Всем привет! Мы сейчас находимся в Москве, в Перово. И сегодня провожаем Сергея Мамонта в последний путь. Вот, сегодня были похороны Мамонта. И сегодня последний день, когда душа находится на земле и улетает в рай. Вот, мы вот находимся как бы дома и вот хотим, как бы, чтобы вы были с нами, мы были с вами. Вот. Вот так вот. Вот. Димон Хэнк, младший брат. 5 лет не виделись. Вот. Ребята все собрались. Сегодня такие скромные панковские проводы. Вот. Серега. Вот. Мамонту сегодня 40 дней. Вот. Вот портрет Мамонта. Светлая вечная память Мамонту. Да. Он с нами. Да, Мамонт с нами. И Мамонт один из первых панк-музыкантов, панк-вокалистов российских и московских. И вот сегодня 40 дней. Мамонт родился в 1955 году, 6 октября. И жил до 2021 года, значит, до 3 марта. Вот. И сегодня похоронили Мамонта. И сейчас самое, в ближайшие дни будем готовить памятник Мамонту. Вот. И Мамонт выпустил много сольных альбомов, играл, пел в группе «Чудо-Юдо», снимался в фильме «Авария, дочь мента». И вот сегодня 40 дней, это сегодня крайний день, когда душа Мамонта вместе с нами. А завтра уже душа Мамонта будет говорить с Богом. И, значит, мы молились, чтобы Бог взял душу Мамонта в рай, дал собственную студию, чтобы Мамонт смог в раю, в своей собственной студии, петь, играть, писаться, записывать аудио, видео. Мамонт крутой, вот. Да, да. Да. Там студия по-любому. Там она виртуальная будет, понимаешь? Хэнк, давай пойдем в комнату Мамонта вообще. Блин, я 5 лет не был. Я, блин, 15 лет здесь провел с Мамонтом. Вот самогон мы пили. Здесь тоже вот, значит, портрет Мамонта. Блин, Серега. Вот это вот гипсон Мамонта. Это вот гипсон Мамонта. У Мамонта еще вот есть разные гитары. Да, вообще, да. Это американец или японец? Американский гипсон, да. Да, круто. Он, да. У него картины вот эти вообще. Да, меня так впечатляли в 95-м году. Вообще эти просто чумовое. Мамонт вообще арт-художник. Вообще вот это просто. Самая большая картина. Он называется крутой. «Наваждение». Вообще. И Мамонт сейчас это не дописал 7-й альбом, и я его буду доделывать. Вот эти меня впечатляли очень. Такие вообще глюки. Класс, вообще класс. Мамонт крутой. Вот это мамонтовский. Серега крутой, здесь вообще всегда молодой. Да. Всегда старше нас. Он старше Джонни Роттена на 1 год. Он вообще крутой. Он самый старший взрослый панк вообще в России. Серега, давай ты с нами. Ну, очень круто. Пойдем дальше, блин. Вот его ламповый усилитель. Ага. Вот там его дисторшн, примочки. Здесь еще примочки. Блин, я у вас прожил 10 лет, но последние 5 лет не было. Вот пластинки виниловые. Ух ты, такая коллекция вообще. Вот. Серега крутой, очень техничный. Вот там еще в шкафу виниловые пластинки. Здесь Очень крутая коллекция. Еще вообще. Мамонт любил вот в эти игры играть. О, ё-моё, он крутой из 90-х. Вообще кайф. Пойдем. И в студии барабаны мамонтовские. Дыши. Сюда. Это надо отсюда У вас, конечно, по панку Хэнк вообще, блин, прикол. Блин, я могу кричать. Я разучился. Ну, я с удовольствием сыграю. Ну, блин, это жестко будет. Ух ты. Ага. Вообще. Вообще. Здесь вот это
Здесь вот эта черепушка. Я помню, Руслан Фурген говорил, что у вас черепушка, сделайте, говорит, индустриальную штуку, лампочки, робота, вот, ставьте в глаза, по бочке, что билось, индастриал. Там и бочка есть. Как у коррозии металла, ваши друзья. Здесь вот еще разные гитары мамонта. Были. Ага. Ух ты, да, точно я помню, че. Че. Офигенно, че Гевара, вообще ничего не поменялось, так круто. У вас музей, блин, панк-рок. Блин, если у тебя будет тут панковская студия, я думаю, вот эти все новые, вот эти вот молодые панки, они уже к тебе все придут. Чехлах. Здесь наушники, динамики, вот это сабвуфер на 800 ватт, это на 400. Пойдем, слушай, в мое любимое место унитаз, это вообще самый по панку. Ты давай, это техника, понятно. Вот диджейская. Ну вы крутые, вы вот самый старый, взрослый панки России. Все, Хэнк, пожалуйста, не надо меня дразнить, у меня такого нету. Блин, у меня велики стоят. Примочек. Блин, вы вообще, вы... Это что это? Просто, это классика панк-рока. Ё-моё. Вот 5 лет назад день рождения снимали. Так круто было. Мама угорала вообще. Круто. Вообще. Вот это самая старинная панк-комната с 88 года. И здесь с 88 года ничего не меняется. Так, Хэнк, это сейчас уже запрещено, понимаешь? Это при вот этом Горбачеве, этом Ельцине было разрешено вот такое. Это же просто пипец, крутняк вообще, просто дрочь. Ё-моё, Хэнк, это классика. Я был ошарашен в 92 году, когда пришел к тебе в эту комнату, и она, блин, не поменялась. Блин, ну ёлки-палки. Вот это панковские ламповые усилители, семиламповые с радиаторами. Да. Вот это, значит, динамик, комбик. Вот это тоже комбик. Вот здесь 4 динамика Celestion. Они разные по высоким частотам, средним, высоким, средним, низким и низким с высокими. Вот это сабвуфер. Какие тут высокие? Тут у вас все низко по панк-хардкору. Это крутняк, вообще вот. Просто, вообще круто, очень круто. Это, блин, трупанк. Мамонт еще всегда хвалил вот этот сабвуфер на 800 ватт. Так, Хэнк, прекрати рекламировать. Я когда к тебе пришел в начале 92-м-3 году, и когда увидел вот эту огромную плазму у тебя здесь, я понял, что ты, ну, мажорный московский панк, понимаешь? Ты лучше вот перестань свою технику показывать. Давай лучше вот этот, вот. Это самая старая афиша вообще. Я вкладываю в аппаратуру. Советская, вот, Дмитрий Куропятников. Блин, это старинная афиша вообще советская. Это очень круто. 88-й год. Хэнк, пойдем в мое любимое место унитаз, где там... Не, Хэнк. Ребят, короче, Хэнк открывает студию здесь, Чудо-Юдо-студия. Но в будущем, не сейчас. Это для молодежи просто. Это вот к те вот это... Это те, кто вот такие... Такой добрые, веселые хипстер-панки, короче. Они просто здесь просто запишутся великолепно просто. Суперняк. Вообще, вот это самое крутое место вообще. Унитаз, да, вообще самый крутой крутняк. Это вот афиши, когда мы с Хэнком играли вместе. Амо, Чудо-Юдо, Мавзолеум, Фурген, Порноавтоматы. Ой, это дурацкие какие-то. А вот, вообще, Чудо-Юдо, Фурген, Чудо-Юдо, Танзелит, Шипр. Блин, это какие-то годы. Диагенс, Ублика Морали. 90-е нулевые. Да. О, Ник, привет. Поправляйся тоже. Ой, Каспар Пивник. Крутые чуваки. Дистресс, Танзелит. Чудо-Юдо, Асхол, Шипр. Мавзолей, Диагент. Тут вообще круто, блин. Тут концерты совместные, которые вот играли Фурген, Чудо-Юдо в эстакаде. Да. И в 90-х, когда еще эстакады не было. Вообще, очень круто. Exploited Bar Army. Вот это классно вообще. Манза моя. О, Васька Танзелит. Платончик молодой. Олег. Ребенок еще был. Да, круто. О, Токсиген уже появляется. Робот-панк. Ух ты, ЙОТМК. И когда мы Пурген, ЙОТМК. И Чудо-Юдо, Резигенс. Деградейшн. Киров. Офигенно. Вот эти круто. АМО. Насморк. Очень круто, Чудо-Юдо. Вообще класс.
Блин, вот эта афиша. Да, вот это. Вот эта афиша, из всех афиш, которые Пурген по дизайну делал, вот это хочется обратить внимание, по дизайну одна из самых крутых в мире вообще панковских афиш. Ну, такая яркая. Это прям одна, либо лучшая, либо одна из лучших. Ну, да. Здесь прям все, и цвета, и форма, и мысль, идея анархистская, панковская. Очень такой настоящий панк-бодряк. Бодряк, да, класс. Вот, Хэн, пожалуйста, вот сколько меня твоя мама кормила вообще? Вот что ты сделал с кухней? Расскажи, пожалуйста. Это просто пипец. В кухне вот попугайчики. 4 попугайчика. Беленькие, синенькие, зелененькие, желтенькие. Попугайчики, покажите. Просто, Хэн. Очень круто, смотри. Это вообще просто. Хэн, ты как здесь живешь вообще? Это круто вообще. Это, блядь, мечта любого, блядь, панка. Вот символ наш. Улыбающаяся анархия, да. Сердце. Блин, Хэнк, подожди, это какой-то мародер тут у нас. Фабрика свободы. Урбан хаус, партия без власти. Это же прям чугунхеды. Андерграундные билеты. Блин, Хэнк, вот тебе 5 лет, у тебя сейчас не был в гостях последний раз на днюхе твоей был, когда тебе было полтос, да, был? 50. Сейчас я 55. Будет. Родился в 66-м году, это получается мне вечно 20 лет. Крутняк, да. Офигенно, ничего не меняет. Очень нравится мне. Это, я не знаю, это не панк ЛСД, это как бы круто вообще, это круче. Слушай, Хэнк, ну это неприлично. И а вот, этот, кстати, это ты мне, Руслан, подарил. Догнал, да, и он до сих пор работает. И объемно работает. Ну, это качественная техника. Качественная, да. По-панковски вообще все. Ну вообще, Хэнк, ты просто вообще порадовал. Я гитару со смайликом тоже когда-то ты подарил. Такие брелочки. Это Серегина? Где? Очки. Это что это вообще-то? Он такой интеллигент был, панк. Да. Да. Есть у меня коллекция этих панковских очков. Угу. Вот те крутые. Да. Так, ну ладно. Ладно, ребят, давайте помянем как бы Сергея еще раз. Мамонт, это реально как бы. Он старше Джонни Роттен на год. Это самый, как бы, мы сегодня провожаем самого взрослого, самого интеллигентного, самого доброго панк России. И, как бы, мы вместе там с ним, как бы, и он тут с нами, и сегодня последний день. Все, до свидания. Давайте там, как бы, помяните тоже. Светлая вечная память Мамонту. Да. Чудо-юдо. Чудо-юдо, Пурген. Чудо-юдо. Мамонт очень любил всегда Пурген, и всегда Руслане Пургене хорошо только отзывался и говорил. Мамонт, мы с ним дружили. Самое главное, Пурген, что группа Пурген. Никто не ожидал, честно говоря. Он мне вот Новый год меня поздравил, мы с ним переписывались, он говорит, вот альбом закончил, сейчас начинает такой-то, и я так прям возрадован. Мамонт такой на бодряках, как бы. Но вот как бы такая вот ситуация, там хрупкость уже стала, уже возраст. И все-таки панки, видите, которые там напивают, там, мы меньше живем. Вот мы изнашиваем свои организмы. Ну как бы до хрена, ни хрена себе. Правильно, сколько ему сейчас лет было? В 55-м родился, это получается... 65 лет. Вот как панки, 65 лет. Круто. Ладно, все, до свидания. Мы поминаем. Панк Юнайтед. Панк Юнайтед. Панк Сноудед. Панк Сноудед. Давайте. Панк Хуй и Панк Сноудед.